44-45 примерно. Бля, шо с интернетом, блядь, соси мой член, нахуй, давай. Шо за пердёж вначале? Охуенно. Ебать. Такая модная. Бля, короче. Вот эти колонны находятся на торговом центре Вегас в Москве. И под ними мы снимали клип Sad Boy, который не выйдет. Как дела? Хорошо, спасибо большое за донат. Прикиньте. Модно, как спина. Крути тебя, уже нет силы. Будем считать, что я взял тебя на прокат. Игрушка в тренде, как ты. Груз, старик. Сегодня шел из магаза. Ко мне подбежала собака, насала на ногу. Ну я ей тип на автомате улыбал. Ну серьезно. Дашь не подумав. Ко мне подошла ее хозяйка. Орала минут 15. Что вызовет ментов и т.д. Ну-ка, Эрчерич, шо пизда? Ну ты не, если не сильно уебал, сказал бы хозяйке, иди штаны мои стирай, мразь, и все. Хочу его, хочу. Снова спина, я хочу. Спина, спина, спина. Хочу его, хочу. Спина, спина, хочу. Спина, спина. Мода, тренд. Кручу, кручу. Миллион просмотров. Два, два. Хочу, хочу. Watch. Артём Кейвстань. Серьезно? Всем лежать. Заряжаю спиннер и иду гулять. Блять, какой пиздец, блять. Милена Чижова, прости меня, пожалуйста, если ты это видишь, прости меня, мне если очень стыдно. Если ты смотришь «Русалок», то ты перед. Сейчас будем смотреть. Спасибо за донат. Милена Чижова, если ты видишь это, прости, что я оскорблял твой клип и называл его самым Привет. Бездарным. В восторге от тебя. Удачного стрима. Спасибо. Горуспись. Хорошо. Ссылку удалили. Прости меня, пожалуйста. Это пиздец. Это пиздец. А, да? Сорян. Ну, подошел. У него, короче, своя студия в СПБ. И он хочет поработать. Я такой, йоу, клево. Типа, может теперь постоянно песни записывать. Снова спина, я лечу. Ссылку удалена. Нет. Допин, а еще бабло на роспись. Сидит, блять, Артём Кей, который нахуй выполняет челленджи, типа в чипсы на лицо кидают, там, знаете, типа вот такая хуйня, гандон челлендж, который дети смотрят. И он выпускает клип, блядь, где сравнивает еблю нахуй с кручением спиннера. Типа, как он тёлок на хую вертит. Охуенно, братан. Восхитительно, блядь. Надеюсь, что это сделано с иронией. Какой нахуй иронии, блядь? Где ты здесь иронию увидела? Какую иронию, блядь? Ебать.